Коли ви заводите собі кролика, слід мати на увазі, за ним, як і за будь-яким іншим улюбленцем, потрібен догляд, який заключається не лише у прибиранні клітки чи замінюванні водички. Навіть якщо ваш кролик короткошерстний, його шорстці також потрібен догляд. За ним нужно ухаживать. Это не просто, что вы его купили, посадили в вольерчик, и он у вас живет, и ничего с ним делать не нужно. Кролик – это такое животное. У нас сейчас на данный момент это короткошерстный кролик. Вот. За ним тоже нужно ухаживать, даже если шерсть короткая. Его обязательно нужно купать, потому что если кролика не купать, у него выделяется специфический запах. Вот. И не каждому человеку он просто нравится. За ним надо ухаживать, его надо купать. Перед купанием желательно обязательно постричь когти, потому что кролик может среагировать неординарно на такую ситуацию, когда его посадят в воду, вот, и он может очень сильно поцарапать. Сильно подряпати кролик може задніми лапами, тож не забувайте регулярно стригти йому кігтики, навіть якщо ви не збираєтесь купати тваринку. Когти стрижуться раз в 2-3 тижні. Ще перед купанням слід привести до ладу кролячі вушка. Є средства по уходу за ушами. Чистяться ушки теж где-то раз в 2 тижні, раз в 3 тижні. Це беруться ватні палочки, береться средства, маленька доза наноситься в ушну раковину кроля. І акуратненько, глибоко не залазя ватною палочкою, ви протираєте все і кожну складочку теж. У них тут є така складочка, де може образуватися грязь, ну, сера застряє. І, в общем, це все треба убирати. Купати кролика слід у певному порядку. Спочатку уберіть шампунь. Він має бути спеціально для кроликів. Разная структура меха, разная кожа по состоянию у кролей, очень тонкая кожа. И если вы покупаете более жестким шампунем, начнутся дерматиты, проблемы с кожей, выпадание меха. Как бы это тоже нежелательно. Лучше использовать специально предназначенный для кролей шампунь. Есть шампунь для гладкошерстных кролей, есть шампунь для длинношерстных кролей. Вода для купання має бути кімнатної температури, а щоб водичка не потрапила кролику до вух, слід закрити їх ватними тампонами. Окрім всього, потрібно розвести шампунь. Якщо кролик брудненький, то 1 до 3, якщо не дуже, то 1 до 2. При купании мы обязательно следим за тем, чтобы кролику не намочить нос. Если вода попадет в нос, у него очень такое интересное строение носа, он может вдохнуть и захлебнуться. Вот, чтобы этого не было, нужно это избегать, нужно держать головку повыше и струйки лить по бокам щечек, а носик в крайнем случае, если вы боитесь, можно просто ручкой промыть мордочку, не мыть, допустим, душем, а просто или влажной салфеточкой, или ручечкой. Після купання знадобиться пуходерка. Желательно мягкая, не очень жесткая, потому что, как я говорила, кожа очень тоненькая. Вы можете быстро повредить ее, поцарапать. Сушим феном, под феном тоже не сильно горячим воздухом, потому что кролик чувствует дискомфорт. Сушим вот такой вот пуходерочкой, она мягенькая. И, как вы видите, она не царапает, ну, не вредит коже. И у кроликов тоже очень хорошее состояние кожи после нее. И шерсть очень хорошо выглядит, и она расчесанная. Після сушки можна додати ще один штрих. Не обов'язковий, але приємний. Є туалетна вода для кролика. Вот. Если вы хотите, чтобы ваш кролик был самым лучшим, самым красивым, самым пахучим, можно использовать туалетную воду.